Приветствую вас, дамы и господа. С вами по-прежнему я, Ведьмак. И мы по-прежнему играем в руну. Старую добрую игрушку про викингов, Рагнарёк, злобных богов, хороших богов, всякую нечисть и прочую фигню. В предыдущей серии мы с вами попали в крепость Хель, богини подземного мира и смерти. И тут кругом гуляет нежить, которую я научился убивать только вот буквально под конец предыдущей серии. У меня, оказывается, есть обилка, позволяющая зажигать свой топор. Ёптать. Иди ты. Ах, еще крабы кругом. Вот, и эта обилка позволяет нам уничтожать всяких. Да что ж вы! Всяких, короче, засранцев. Засранных. Погоди. Вот так нормально. Надо сказать, на высокой сложности играть оказалось довольно сложно. Удивительно, правда? Ёпты, да что ж ты меня так пугаешь-то, ну? Тихо. Ау, получил. До свидания. Так, хотел ящерку сожрать, ну, сожрал теперь. Здоровья теперь меньше, чем было. О, у него какие-то новые щиты есть. Вау, здоровый. Интересно, он хоть немного-то защищает от ударов? Сейчас проверим. Ну-ка, бей меня. А у тебя оружия нет. А-а-а-а, неудачник. А к тебе и надо. О, ачивку какую-то получил. За 100 врагов. И тут можно факел зажечь. Факел. А то что-то как-то там темно. Было бы неплохо осветить окружение. Ну-ка, иди сюда. Все, понесли олимпийский огонь. Понятия не имею вообще, в какой области мы находимся, что мы ищем и зачем. Так, я так полагаю, эта дверь не откроется, иначе она бы уже открылась нам. Что меня удивляет, почему вот этим факелом нельзя поджигать другие факелы. А это не факел. Это байда. Ага. А нет. Сейчас придется забивать скелетона. А у него опять оружия нет. Достал-таки. Но было уже поздно. Тихо. Мне показалось, или эти кости прыгнули. Не надо такого делать, не надо оживать. Оживать вредно. Так, я слышу этих ублюдков. Уходи давай. Не. Гори, скотина. До свидания. Не мои ящерицы. Так, я сильно сомневаюсь, что за этой дверью нас ждет баня с девочками, поэтому готовимся получать. Ну-ка, иди сюда. Что-то прыжу. Я тоже так могу. Ой, нет, не так. Блин, зря потратил. Давай, загрузимся. Нажал по привычке на Ctrl, а здесь приседать С. Вообще, какой идиот мог придумать, что приседать это С. Ладно. Надо будет переставить потом управление. Ну-ка, ударь меня. О, смотри, этот щит держит. А-ха-ха! Надо же быть таким неудачником, вот дверью сдавило. Этот щит держит удар, но ломается достаточно быстро. Но... Что с тобой, парень? Я тебя вообще не трогал, ты почему-то загорелся. Давай. Ёптать. Фига себе пыхает. Вот самый гори, ублюдок. Давай-давай-давай. Не, нормально. Ладно, я ничего не знаю, он сам умер. Пойдем по безопасному пути, а то как пыхнет. Ну-ка. Ага, будем этим пользоваться в качестве оружия. Что за нафиг? Лифт, что ли?
Лифт. Хорошо, будем знать. Сначала давайте еще немного здесь походим. Так. Что-то скелет какой-то бегает подозрительный. А что там такое стекает? Лава, что ли? Похоже на то. Но я не думаю, что прыгать вниз это хорошая идея, поэтому... Так, отсюда я пришел. Окей, ящериц на стенах полно, что интересно. Нас к чему-то готовят, или это просто удачное стечение обстоятельств? Что, поехали. Пш! Так, вот эти мартышки в клетках. С оружием? Кто ж вас с оружием-то в клетку положил? До свидания, умри. Это что такое? Это можно взять? Нет, нельзя. О, давай. Оп! А, блин, я думал, там лава какая-нибудь сейчас будет. Nope. Видимо, нам спуститься нужно будет. Кто шепчет? Что за придурок? Так. Тихо. Отдыхай, дяденька. Так, все решетками позакрыто. Я так думаю, этот рычаг решетки-то и убирает, да? Да. Понятно, понятно. Можно еще спрыгнуть вниз и спустить. Да, кто там шепчет-то? Ой, я даже не ударился. А, это мы здесь были, окей. Во! Гори, стерва, в аду. Вообще-то, как он безмолвно умирает. Чё, огнестойкий, что ли, парень? Смотрите, какой он упертый. Я тебе говорю, говори. Он не хочет. Однако. Ну ладно. Я все понял. Этих пареньков сжечь бессмысленно. У них какая-то огнеупорная шкура. Значит, не будем их сжечь. Да. Ай, ладно, хрен с ним. Давайте его спустим. Пусть будет внизу. А сами пойдем куда-нибудь... Куда-нибудь сюда. Ах ты! Пес! Смердящий. Подожди. Я вот так вот тебя могу. Ага. Не ожидал. Это вроде как должен был быть бы какой-то гонг. О, алярм, короче. Фейдж! Ну. А тут можно спуститься. Ну, что-то как-то я побаиваюсь, вообще говоря. Ну-ка, давайте посмотрим. Воу-воу. Физика, что ты делаешь полегче. Так. Все понятно. Не нужно было так мне наглядно демонстрировать эту смерть. О, шмякнулся. Я так, ради любопытства, прогуляющий сюда. Ну, я совсем не уверен, что оно того стоило. Однако, что сделано, то сделано. Интересно. Здесь, судя по всему, тоже какая-то прыжковая головоломка подразумевается. Не совсем пока ясного предназначения, но надо будет попытаться, когда мы там будем находиться. Пока что. Чё ты орешь? Умирай достойно. Где моя булава смерти? Слышь, скелетный. Тихо. Тихо, парень. Плохо быть тобой, я знаю. Так. Эта дверь у нас не открывается. А почему? А, черта ли лысого, я тогда сюда приперся.
Со злостью сломаем лавочку. Так, погоди тогда. А вот это куда ведет? Ага, я понял. Мы, оказывается, подняли эту штуку. Решетку. Что-то типа моста было. Теперь у нас все норм. Так. Собака. Сейчас кто-нибудь прибежит ему на помощь, да? Ничего, я буду ждать. Здесь. Мне норм. Опять физика развлекается. Спокойно. Так. Тут какое-то странное подозрительное место. Тихо. Да что ты? О! Хитрожопа, хитрожопа. Погоди, а здесь можно было в тупую спуститься, что ли? Да подождите вы. Это мы пока что разведку боем осуществляем. А я же хотел где-то здесь прыгнуть на цепочку, во. И посмотреть, что можно тут сделать с этой цепочки. Очень интересно. Тихо, тихо. Какой-то резкий парень. Зачем я это делаю, не спрашивайте. Я сам не знаю. Понятно. Не уверен, что стоит это делать. Пока что пойдем вниз убивать скелетов. Подожди. Давай, бей. Ну бей, ну бей. Блин. Готов. И где-то здесь еще один. И что ты этим хотел сказать, ублюдок? Думаешь, я до тебя не доберусь? Даже не надейся. Я уже знаю, как до тебя добраться. Можно же отсюда прыгнуть прямо. А, нет. Ничего, я нашел обходной путь, парень. Собака. О, ты мне щит сломал, гаденыш. Да не надо щит. Давай. Так. А это куда дверца ведет? Подозрительное место, но мне не нравится. Бери щит. Этот лучше. Не хочет. А тут руна. Я ее уже вижу. Отлично. Руны я стараюсь по минимуму использовать, потому что это все-таки более-менее такое ультимативное оружие. Нифига себе. Здрасте. Ну, я не знал, что ты такой тупой. Так, подожди. Есть здесь факел? Полагаю, что нет. Придется. Ты какой-то подозрительный. Не заманиваешь ли ты меня куда-нибудь? И чё? Окей. Как хочешь. Страшные звуки. Ага. И чё? А, то есть я отсюда уже не выберусь? Замечательно. Не сказать, чтобы я по этому поводу очень огорчался. Парень, не смотри на меня так. Мне не нравится. Так. Блин, я уж думал, все, хана. Сейчас спустит меня в лаву. Но это все еще может случиться, да. Ёптать. Засада. Что у нас тут еще предвидится подобного? Опять меня по огню будете возить, негодяи. Все хотят меня сжечь здесь. Что за твари такие? Гори. Ну точно вниз, блин, спускает, но... Озверевшие, смотри.
Бля, обратно что ли повезло? Да вы смеетесь. No. Нет, не обратно. Но это радует. Странный, я бы сказал, транспорт, на котором мы сейчас находимся. Для сжигания грешников в аду, видимо. О, загрузка. Мы прошли локацию. Это хорошо. Там я вижу руну. Какую-то другую. Или они им всем пофигу. Чё-то... блин. Ау! Да блин. Да ты что ж ты будешь делать с ними? Ну, они опять живой будет бесконечно, да? А топор? А, вот топор. Да ты слышь, чё? Блюдок. Замаял. Своей наглостью. Так. Что за кнопарик? Нас тут ожидает, блин, там еще один упырь. Незадача. Надо сохраниться. О, а если сюда пройти? Да, бессмыслица. Бессмыслица. Давай, давай, вези меня. Куда-нибудь. Не? Не хочешь? Какого я хрена тогда сюда пришел? Тихо. Зомбарь. Зомбарь. Нет. И даже не смотри на меня так. Так, полежи пока. А я пошел отсюда. Ок, норм. Все, я сваливаю. До свидания. Что я сделал? Хрен его знает. Скелеты бегают. О! Это еще что за тварь? Кто Цербер? Парень, не надо. Точно тебе говорю. Ау! Она кусается! Она кусается! Не надо! Эй, ну скелет, ну ты-то будь проще. Вот я подставился, молодец, блин. Ага. ХП у меня, конечно, сейчас усраться просто. Ну, там еще один скелет бегает, как-то чумачечий. Ёптыч. Ребят, не надо. Не надо, точно вам говорю. Да горит и уже, ну... Сойдет. Под огонь пышет. Мне не очень нравится. И скелеты бегают. Психованные. Парень, парень. Давай разойдемся по миру, а? Ну давай. Что? Ну что ты как... Нелюдь какой-то. Да. ХП, конечно, у меня убитое в дымину. Может попробовать заманить в огонь? Или просто проигнорировать? Не надо. Парень. Парень, не надо. Не надо. Все, я сваливаю. Окей. Вам-то хорошо. Вы умеете при помощи гонга всякие мостики делать. У меня вот что-то не очень получается. Во, это я хорошо забрался. Интересно, а в игре есть какое-нибудь стрелковое вооружение? Пенить, не хочу с ними сражаться. Ну, это тупо было. Так. Я думал, что если я по краешку буду бежать, меня не заденет огнем. Хрена с два. Да прыгай туда. Да туда прыгай. Чё ты стесняешься? Тихо. Ай, блин, мышка. Не, ну это отстой. Да что ж такое-то, блин? С одним скелетом не могу справиться. Непорядок.
Ты меня заманал. Ты чё такой живучий? Не понял. Он не умирает. Ладно, я думал, он уже умрет сейчас. Но он все держит и держит мои удары. Это какой-то особенный скелет. Блин, резкая слишком мышка. И поменьше чувствительность сделать. А она и так на минимуме стоит. Жесть. Она меня разворачивает сразу на 180 градусов, и все. Я подставляюсь в результате. Туда иди! Я не понимаю. Не, я не буду с ним сражаться тогда. И вниз падать я тоже не хочу. Пошел он в задницу, я не буду с ним биться. Какой-то бред уж пошел. 100-500 ударов ему сделаю, ему плевать. Пойди через огонь, пожалуйста. И гори. Давайте через этот. Да ему наплевать просто. Ёпта, там еще один. Че, тупишь? Слушай, бессмертный скелет, ты меня заманал уже. Да неужто? Или щит? Как получше будет. Так. Я предпочел с тобой не сражаться. Че? Опух, что ли? Парень. Сойдет. Мне же легче. Ёптыть. Нет уж, парень. С тобой я точно не буду биться, ты... Ты слишком упорот. Блин. Подожди, да! Зря я пошел за ящерицей. Твою мать, да что ж я не сохраняюсь-то? Да умирай ты, ну. Дохни, сволочь. Дохни. Отлично. Так, кустики такие из-под земли. Опа-опа, нарисовались. Ой-ой-ой-ой. Что-то нехорошее здесь происходит явно. Не знаю что. Но все очень плохо. Так, ящерицы. Блин, почему кроме ящериц здесь вообще никакой еды нет? Это бред уже. Они ж невкусные, сырые. Понятно. Нам, значит, куда-то туда. Наверное. Так, ясно. Скелет, наверное, встанет, да? Естественно. Сразу же вскочил. А ну, дриснул отсюда. Так, хорошо. Я не думаю, что мне с вами стоит сражаться. Я бы предпочел как-нибудь по-быстрому сво... А куда идти-то здесь? Вроде как наверх, да? Но не совсем ясно, каким макаром. Парни, не обращайте на меня внимания, пожалуйста. Ага. Да и идите в пень. Ну. Окей, то есть нужно триггер запустить, да? У меня рунной энергии нет. Да не лезь ты ко мне, ну. Ой-ой-ой. Залазь! Фух.
Спрятался я от этого за бока. Теперь вывалим отсюда куда подальше. Ты что тут прыгаешь, псина? Ешь ты, мелочь ублюдочная. Будешь мне тут пальцы гнуть. Опять зомби. А! Тупо. Надо было чуть-чуть в сторону так вот прыгать. Их тут два. Зашибись. Сейчас я руну возьму. И хана вам тогда. Да ты псина! Отлично. Я считаю. Я еще и огнеупорный в этот момент, когда у меня такой случай. Нет. Это был просто баг. Но, судя по всему, время у нас тут ограничено. После определенного момента... Да, зянь ты нахер! Мы умрем. Фактически, да? И я сейчас умру, потому что лава поднимется до конца. И все, и мне кирдык. Фига себе, разорвало. Так, а куда мне идти в таком случае? Сюда? Ням-ням. Не сказать, чтобы я здесь что-то мог сделать. Понимаю, мне все-таки вот на этот камешек надо забраться. Но непонятно, как это сделать. А, во. Оп! Да запрыгивай! Во! Блин, сейчас буду полчаса на эту цепь прыгать, нет. Резче, 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 резче. О! Моё! Моё! Чё ты за мной ходишь? Ты сейчас сгоришь здесь, ты знаешь об этом? А, я сейчас сгорю к херам собачьим. Быстрее. Это был, конечно, рискованный ход. Это нормально, что я сразу оказался где-то? Так, еще крабы нападают бешеные. Идите вы в пень, ну. Так, там лава больше не поднимается. Это радует. Ну и что-то на меня... Блин, там еще и зомбарь. Ну отлично, я отхватил сразу. Еще зомби прибежал, отлично. Да умри ты. Ой, как меня бесит скелеты. О, какой-то меч новый взял, что ли. Он тоже гореть умеет, да? Краб меня сожрал, отлично. Ладно, давайте, наверное, на этом месте завершим серию. Дальше уже пойдем исследовать неизведанные, так сказать, глубины. Мы поднялись чуть повыше, надеюсь, в следующей серии мы выберемся из этого царства ада. С вами был я, Ведьмак, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте, приходите еще. Всем пока.